Привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Итак, у нас с вами третий вызов на очереди. Ядовитый рейд. Все еще новогодний пир. Ну и поехали. А нам нужно убить, как вы видите, огромного скорпиона. А этот скорпион очень больно бьет массами. Поэтому, как бы для новичков, если у вас хил выдержит его массы, вы пройдете, в принципе. Поэтому смотрите, пробуйте. То есть не обязательно это для старичков только. Те, кто играет примерно с полгода, могут попытаться. Если хил выдерживает, без проблем, вы его убьете. У него ничего сложного нет, в принципе. Ну а для старичков он совсем простенький. За счет Тора убивается махом. Я так думаю. Ну, примерно вот таким, наверное, составом. Попробуем с ним сразиться.
Да, тут каждое начало хода пишется, что король скорпионов поворачивает куда-то свое брюхо. То есть в ту сторону, в которую написано было сейчас вправо, он будет ударять своим каким-то ядом. Не знаю, конечно, если честно, как он ударит, по одной линии или по нескольким, посмотрим. Значит, три клетки. То есть в радиусе трех клеток в ту сторону, в которую. Вот опять направо. То есть в радиусе трех клеток в ту сторону лучше не стоять. И да, появляются с периодичностью слаймики. Поэтому как бы для тех, кто давно играет, в принципе, он уже практически мертвый, слаймы ничего особо не сделают. А вот для тех, кто новенький, вам придется, скорее всего, еще и на слаймов отвлекаться. Вот как-то так вот. Надеюсь, кому-то будет интересно. Ну а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.